Здравствуйте, с вами Исан Мустафаев. И мы находимся на моей передаче «Улетный вечер с Исаном Мустафаевым». Сегодня у нас в гостях дизайнеры Алина Растегаева и Чинцы Куличусвили. Они выпустили новую коллекцию. Ну, расскажите, пожалуйста, о своей коллекции. Ну, вот недавно, на днях у нас был показ. Мы представляли свою новогоднюю коллекцию. Там было представлено много вечерних платьев. И с нами работала знаменитая швея Алина Растегаева, в то же время дизайнер, мой коллега. Да, и она вам расскажет поподробнее. Просто, понимаете, так получилось, что моей подруге Чинце, ей пришла идея, и как бы она умеет рисовать, очень хорошо рисует, но, к сожалению, вот, что по поводу шитья, вот, она не умеет, не может, и она обратилась ко мне, и мы вот решили создать такую интересную коллекцию, и вот решили, что после этой коллекции мы хотим, в общем, себя представить свету как новая фирма. Ну, я далек от темы моды. Вот какие платья порекомендуете, чтобы я своей девушке купила? Я просто вообще не разбираюсь в этом. Ну, для девушки... Ну, это все зависит от телосложения. У каких-то девушек красивые ноги. У одной девушки худое телосложение, а другая каким Кардашьяном. Ну, вы знаете, это уже надо смотреть. Да, это уже надо идти к стилисту, я, наверное. Мне кажется, не вам надо это решать. Если я к вам приду, вы же сможете что-нибудь посоветовать? Если вы придете с ней или с ее фотографией хотя бы. Конечно, мы сможем вам помочь. Мне кажется, что более пышным девушкам пойдут платья, более закрывающие недостатки. Если девушка худая, мне кажется, платье должно по максимуму подчеркивать ее стройность. Если очень худая, грудь выпирает пятый размер. Надо, значит, открыть и показать. Раз есть, надо показывать. Вот, поэтому наши платья, они нестандартные немного, они именно очень вечерние, то есть нельзя это взять и надеть на что-нибудь день рождения, потому что это будет либо перебор, либо там, я не знаю, сочтут за какую-то ненормальную, которая решила прийти себя показать. Это платье специально специализированное на какое-то глобальное мероприятие. Для фестиваля, например. Для мой друг Филипп Бондарчук выпускает скоро «Сталинград 2», вот мы собираемся идти туда. Ну, вот там будет, скорее всего, три девушки. Странно, что «Сталинград» не три. И еще фишка наших платьев в том, что у нас очень мало камней. Вот новогодние платья любят камни, камни, везде стразики, блестяшки, этого нету. Новогодняя коллекция не обязана быть блестящей. Она может быть красивой и в простом виде. Пошли бы камни, вот сюда бы украсить. Нет, сюда корону только, не менее. Нет, ну, конечно, если вы хотите, мы можем вам сшить что-то определенное, то, что вы хотите по вашим меркам, по вашим прихотям, но, мне кажется, вы мужчина, кавказский мужчина, вам не нужны стразы, вы и так... Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. С вами был Исан Мустафаев. Передача «Улетный вечер» с Исаном Мустафаевым на канале MTV. Смотрите нашу передачу в интернете. Спасибо.